Сверло уцелело. Так вот прикручивается в узких местах ПН-профиль к каркасу подвесного унитаза. Где-то полторашка, наверное, у него толщина. Вот. Ну, сверлышко. Бог с ним. А вот здесь используется загибулина. Но это самая дешманская, хорошая, к сожалению, пока не пришла. И что-нибудь вот такое. Крайне рекомендую. Дешманские, там порядка 2000 без аккумуляторов, шурики. Бесщеточные, Салика, Вайлдберрис, там, ну где быстрее, удобнее взять. Прям бомба. Коротенький, почти везде подлезть можно. Мощный, стоит ничего, аккумуляторы макитовские.